Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Фера и не будь попой бобра. Я вот сидел все это время, сидел и думал. Знаешь, что я понял? А что? Что ты делаешь? Саш! Сейчас. Что ты делаешь? О! Короче. Саш! Что такое? Что ты делаешь? Сейчас, я для подписчиков. Саш, что ты собираешься сделать? Включи свет. Держи, присаживайся. Вот сюда. Ну, короче. Ты же знаешь такие пословицы. Какие? Там, брат за брата, око за око. Знаю. Глаз за глаз. И я так подумал, надо как-то глаз за глаз, око за око и еще что-нибудь сейчас придумаю. Подожди. Око за око, глаз за глаз, рука за руку. Разбитый монитор за разбитый монитор. Красиво же, да? Саш, твой можно в ремонт еще было отнести. Красота. Ну еще можно. Да твой тоже можно монитор в ремонт отнести, смотри. О, как новенький. Ну немножечко подгнул. Ну бывает, кем не бывает. Секундочку. Что такое? Что это? Что за коробка? Твой новый монитор. И тут все написаны те донаты, которые помогли мне собрать на него. Держи. Настюша, 10 000 рублей! Ты гай мой, если надо, то не переживай. 10 000? 10 000! И еще тут где-то. Настюша, 10 000 рублей! На монитор не плачь, солнце! Райли, 50 рублей! Аноним 50 рублей! Аноним 200 рублей! Ну, держи. А я пойду подумаю. Мы же с тобой друзья, да? Пододвиньтесь, мистер монитор. Мы же с тобой друзья, да? Да. Да. Я предлагаю решить эту проблему как-нибудь по-другому. Как? Как? Хороший вопрос. Ребята, сегодня мы будем разбирать целый... монитор! Давайте посмотрим, что находится в целом мониторе! Давай! Что мне делать с ним? Ну, в ремонт можешь отдать. Спасибо! Не догадалась бы. Вот. Иди погуляй. Иди погуляй, да-да. А что делать, чат? Я же не думал то, что... купит новый монитор, серьезно. Что делать, чат? Смейся? Ну я смеюсь. А че? В детдом? Зачем в детдом? Да не. В суд? О! Соня! Солнышко мое блондинистое, вот с такими вот волосами прекрасно. Знаешь, что я придумал? В дом престарелых тебя сдать. А то волосы уже седые. Не? Не устраивает такой вариант? А знаешь что? Я тебя вызываю на суд. Какой суд? На мировой суд. Я тебя вызываю на суд. На мировой суд. Вот. Зачем? Саш! На мировой суд вызываю, все. Что? Объясни мне, пожалуйста, почему? Почему мы не можем вот просто вот... Ты же мой друг? Да. Почему мы не можем мирным путем просто все вот так разъяснить? Ну я и говорю, давай в мировой суд устроим. Окей. Окей, давай. Какая тебе дата удобна? Да хоть завтра. Завтра? Да не, завтра не. Я завтра не смогу. Давай завтра. Завтра я не смогу. Нет. А, давай, что, слабо что ли? Не, завтра я не смогу, давай... А почему не сможешь? Давай послезавтра. Завтра я просто занят буду очень сильно. А чем занят будешь? А вот секретик. Чем? А тебе все так и скажи. Ну да. Нет. Угу. Все, короче. Я тебя вызываю на мировой суд с
среду, во сколько тебе будет удобно, в 17 или 18? Давай, в 18.00 я тебя вызываю на суд в среду. Все, по рукам. То есть на стриме? Да, все, я поехал. Всем пока. Что? Что мне с этим делать теперь? Он был нормальный, просто целый, невредимый. Как вам показать, я даже не знаю, просто он тяжелый. Соня, я забыл кое-чего, подожди. Я думал, ты ушел! Голова с ним скоро реально взорвется, я уже ничего не понимаю. Он просто взял и убежал. Я сейчас видела, как он взял и убежал. Я просто даже не понимаю, а что мне говорить потом на суде в среду? У меня не было никогда суда, мне 16 лет. Какой суд? Я еще ребенок. Мы с ним друзья, какой суд? У меня шик-шак-шок, у меня в башке сейчас каша какая-то. Слушайте. Саша не умеет шутить. Да это не шутка, ребят, я уверена. Сейчас бы он не стал со мной шутить.